Государственные учреждения не уважают государственные символы. Жесткий разговор на эту тему прошел на очередном заседании в городском акимате. В ходе проверки, проведенной специально созданной комиссией, установлено, что в зданиях ряда управлений, в департаментах символика вообще отсутствует. Есть и те, кто повесил флаг с грубейшими нарушениями, в их числе управление экологии, спорта и строительства. С 10 по 14 июня текущего года группа специалистов провела изучение 45 областных государственных учреждений. В результате установлено, что большая часть флагов выцвела. Так, в одном из зданий Управления сельского хозяйства, земельных отношений, Управления по контролю за использованием и охраной земель, государственный флаг и государственный герб не размещены вообще. В Управлениях природных ресурсов и регулировании природопользования, финансов, сельского хозяйства флаги имеют неподобающий вид. Заместитель акима города раскритиковал всех ответственных за это дело специалистов. Если бы не было никаких проблем в нашем вопросе, я бы всем вам сказал спасибо. Но вот на 5 страницах сплошное беззаконие. И я не с потолка говорю, когда госсимволы, будь то гимн, герб, флаг, наши спортсмены на международных соревнованиях поднимают, все вы от гордости даже плачете. Так почему каждый на своем рабочем месте не чтит наши госсимволы? Кроме того, в ходе проверки было установлено, что символы вдобавок используются не в приглядном виде, в частности, флаги в кабинете руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства и управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития порваны. Кроме того, наконечники на государственном флаге, размещенные в актовом зале управления сельского хозяйства, на здании Шуталасской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, не соответствуют национальному стандарту, а кое-где не заменены на новые. 14 июня была проверка, сегодня уже 19 число, но никаких изменений в хорошую сторону за эти 5 дней не было. Даю вам еще срок до 1 июля. Если вы за это время не исправите ошибки, спрос и наказание будет суровым. В Управлении ветеринарии, природных ресурсов и регулирования природопользования были также допущены ошибки в размещении государственных символов. Срок размещения замены гербов на латинскую графику установлен до 1 января 2022 года. Нургали Сабитов, Азат Байтимир, 77 News.